Если выборы в Прибайкалье закончились, то борьба с коронавирусом все еще продолжается. Так, в Иркутской области до 28 сентября продлен режим самоизоляции, правда, лишь для жителей старше 65 лет. Те же из них, кто продолжает работать по-прежнему, могут оформить больничный. Всем остальным жителям по-прежнему рекомендуют соблюдать масочный режим. Из-за пандемии отложено и открытие детских садов в Иркутской области. В дошкольных учреждениях по-прежнему продолжат работу лишь дежурные группы. Дело в том, что в регионе наблюдается, каждый день фиксируются новые случаи заболевания COVID-19. Только за последние сутки было выявлено 73 инфицированных. Общее же число зараженных за все время пандемии составило 17 905 человек. 692 пациента госпитализировано, 20 из них находятся в тяжелом состоянии. Две женщины из Иркутского района и Усть-Илимска за последние сутки скончались.